Но и техника, конечно, тоже очень важна. Выходит, воспользовавшись некоторым успокоением Большунова, выходит из-под него Роте и начинает наваливать на финиш. Но убежать не получится, я думаю. Он просто чуть-чуть пораньше включил ноги, в то время как Большунов ехал по инерции. Ну и надо сказать, что скольжение на этом рыхлом участке было выше всяких похвал, учитывая вес меньший. У Рота, тем не менее, его инерция была, такое ощущение, что несколько большая. Здесь уже совсем рыхляк в эту теплую погоду, совершенно не скандинавскую. И дальше развязка финишная. Большунов включает свой спринт. И спринт у него, конечно же, лучше, чем у Шура. И лидер общего зачета Кубка мира выигрывает свою очередную баталию за явным преимуществом. Второе место у волевого норвежского спортсмена. Кто же третье займет? Ну, да там нет борьбы на самом деле.